В год экологии воспитанники и педагоги Видновского детского сада «Журавушка» активно участвовали в различных акциях. Высаживали деревья, собирали макулатуру и пластик. А в декабре педагогический коллектив отправил заявку на областной конкурс «Малыши и защитники природы Подмосковья», организованный Министерством экологии Московской области. Они предоставили нам ростовые куклы, предоставили нам сценарий вот сегодняшнего мероприятия, и мы с детьми уже подготавливались к этому мероприятию в связи с этим конспектом. Образовательная программа была разработана специалистами, работающими с детьми, и представляет собой театрализованное представление на основе экологических сказок «Храни миры». В них рассказывается о 5 фантастических героях, которые спасают нашу планету от экологической катастрофы. Мы с вами очистим воду. Всем видно? Да. Ух ты, вода. Смотрите, сколько грязи. 2 сказочных героя в игровой форме рассказали детям о важности сохранения окружающей природы и необходимости раздельного сбора мусора. Одну из ролей, обаятельную барышню по имени Леда, сыграла воспитатель Мария Белинская. Я была красивой, шикарной, и, наверное, все у меня хорошо получилось. Дети были активны, принимали участие. Я думаю, что все получилось, и дети нас услышали. По завершению театрализованной постановки всем детям вручили почетные грамоты за участие в мероприятии «Малыши – защитники природы Подмосковья» и книги с новыми интересными приключениями «Храни миров». Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.